Доброе утро, доброе утро. Осман, иди сюда. Поздоровайся с друзьями, беги. Доброе утро всем, друзья. Что у тебя в сумке? Игрушки. Игрушки? Вау, куда ты собрался? Тетя Натахи. Зачем? Играть? А кто тебя повезет? Автобус. Тетя Галина. Поедешь? Галина. Поедешь? Тетя, на красный. На красный, да. Уже лихо. Да, мы... Ой, сегодня вообще уже все прохладные ночи начались. Мам, мы сейчас вышли. Галина спит. Спит? Нет, она проснулась. В 10 часов мы вот сейчас договорились выехать. Османчик останется у тети Наташи, да? А мама поедет снимать швы. Швы. Ниточки на зубики надо снять. Червяки, да. Да? Да мало? Ну ладно. Вот, в общем, и мы сейчас погоним делать дела. Османчик, вот соседка дала обувку, потому что белые кроссовки до мозолей бьют до крови. Уж не знаю, прям я расстроилась. Помните, белую обувку кожаные покупали кроссовки. Я думала, он осень проходит, но, к сожалению, у них не может ходить. Я поеду искать кроссовки Осману. Да? А где Галина? А где Галина? Не знаю, тетя Галина. Где? Кричи, тетя Галина! Кричи. Кто идет? Кричи, тетя Галина! Кто идет? Галина? Нет. А кто это? А кто это идет? Другая тетя. Кто там? Серега. Серега! Привет, говорит. Беги, там какой-то этот, свадьба, что ли? Музыка. Музыка, да? Беги, беги, беги. Беги, беги, лифт вызывай. Немножко опоздаю. Ну, друзья, все, сняли мне швы. Доплатила я еще. За имплант частями отдаю. У нас возникла новая проблема в Турции, не только в Турции, ну, наверное, она повсемирная, но в Турции еще как-то платежная система МИР работала. Сейчас мы не можем пользоваться платежной системой МИР ни в одном банкомате. И люди остались в очень затруднительном положении. Очень много пенсионеров, у которых все пенсии начисляются на карту МИР. Остался пока еще один вариант, последний вариант, это вывод денег через золотую корону. Будем надеяться, что какая-то альтернатива еще появится. А я купила еще кое-что. По приходу домой похвастаюсь, покажу. Эта вещь очень-очень нужна нам. А еще попутно я ищу обувку Османчику. Ну, пока ничего такого, чтобы мне прям понравилось, не нашла. Сейчас пойду в Соли центр, торговый центр. Там должен быть магазин обувной. И посмотрим, может быть, там что-то найдем. Ой, ну как хорошо иметь бесплатный проезд. Села на автобус, две остановки проехала. Вроде как уже и прохладно, но у меня времени мало. Османчика нужно забирать. Зайду все-таки, посмотрю, может, здесь обувка будет. Ну а так, наверное, завтра мы поедем в торговый центр вместе. Может, что-то найдем. Не может, а нужно найти, потому что в понедельник в садик ехать. У него обувки нету. А утром уже прохладно, нужно какую-то спортивную обувь все равно купить. Раз уж это ему бьет по ногам. Какую-то альтернативу найти. Так, сейчас посмотрим Османчику обувку. Какая есть.
Никакой нет. Вот. Что это может быть такое? Посмотрим. Этот слишком маленький. Опять кроссовки. Какой размер? 26. Сейчас он 24 носит, значит нам надо 25. 26 большой вот этот. Свадьба, что ли? Вчера свадьба была, девушку везут походу. Здесь остановились. Таксист перекрыл дорогу и не пропускает. Где там видно, нет, мне тяжело снимать против солнца. Перекрыли дорогу. Не пропускают. Угу. О, пропустили все-таки. Ну что, с мальчика вот такие ботиночки появились. Типа пола. Угу. Ну ничего, уже побегал в них вечером. Вроде ничего не жмет. Все нормально, носим. А еще мы купили ему футболочки. Сейчас покажу. А, ботиночки нам обошлись за 300 лир. Не кожа, конечно, но деваться некуда. И вот такие футболочки взяли. По 30 лир. Ну, в садик носить на сменку сойдет. Качество не ахти, конечно. Видите, какое. Ну, за 30 лир, думаю, подойдет. Вот такие траты у нас. Вот, друзья, купили мы утюг Арчелик. Да? Сделали нам скидочку. Стоил он 1020 лир. Отдали за 800 лир. Вот здесь у нас керамическая поверхность. Ну, выбор был бы небольшой, честно говоря. Ну, и на том спасибо за скидку. Вот такой симпатичный утюжок. Мы сейчас будем гладиться, потому что завтра нам в садик. Да, Осман? Налили воду из-под фильтра. Единственное, что нет удлинителя. Куда подключать? А где Гуга? Куда вот подключать будем? Непонятно, куда. Гуга. Да, удлинитель надо купить. Вот, сейчас будем гладиться, да? Да. Ты помогать пришел? Да. Помогатор. Помогай-ка. А что ты раскидал киндер-сюрприз? Иди, играй. Нет, не дай. Давай, пока-пока всем скажи. Пока-пока.